Ударь. Ну, стоп. Ко мне повернись правым боком, пожалуйста. Правым боком повернись ко мне. Ты же справа бьешь. Бей. Во. В принципе, да? Ну, удар да удар, да, что? Так ведь? Только есть маленькая-маленькая хохмочка. Ты, вот, знаешь, вот объясняется, да, что пятка, бедро, плечо, кулак потом, да? Но оно не раскладывается, оно не делится, понимаешь? Оно не делится, оно начинается там, в ноге. Что это значит? Это значит, что, толкаясь ногой, твой кулак уже пошел, но только пошел, не разгибая локтевой сустав, а он уже пошел вперед. Видишь, плечо пошло, кулак пошел. И он идет перед тобой. Понимаешь? У тебя было немножко другое действие. Посмотри, что ты сделал. То бишь, ты пошел вперед в противника башкой, а потом сделал какое-то движение рукой. Ты же с дальней дистанции пытался сейчас ударить. Знаешь, стоял бы ты здесь, вот средняя дистанция, ты бы просто бил руками, ничего не прыгая, так ведь? То бишь, вот этот твой подскок, прыжок, это уже удар. Это ты не долетел вот до сюда и ударил. Это у тебя уже удар пошел. А раз удар пошел, то кулак уже пошел. То есть толкаясь вперед, вверх, да, ты же прыгнуть надо, вверх и вперед по умолчанию. И вот то, что мы сегодня делали. Вращение пятки, бедра в воздухе идет. И кулак уже должен идти перед тобой. То есть я вам специально говорю, вот я нижним периферийным зрением вижу кулак, но смотрю на него. Я подпрыгиваю вверх и вперед. Это по умолчанию, что вперед. Кручу бедро, пятку. И кулак веду глазками прямо туда. Он передо мной стоит. Я не головой лезу вперед. Кулак передо мной. Я его туда глазами вот туда засовываю. Понимаешь, о чем я говорю? Попробуй. Где ты кулак видишь? Кулак, исходное положение. Вот ты его. Вот ты его сейчас смотришь, глядя на него, ты видишь его нижним периферийным зрением. Вот как только ты начинаешь прыгать, сразу веди кулак туда. Сразу им бей. Да, а теперь сделай то же самое, но медленно. Успеешь. Кулак перед собой. Уже лучше. А теперь прыгни просто вот обеими ногами. Просто вот возьми, просто перепрыгни вперед. Да, ну и опять-таки, посмотри. Ты взял, прыгнул на ногу. Прыгни вверх и вперед на обеих ногах. Ну, сделай покороче. Ну, смотри, чуть-чуть вот. Раз, вот так, подпрыгни. Еще короче, только не вались вперед, не надо в корпус. Вот подпрыгни и развернись на развернут. Уже лучше. Вверх и вращение. Приземляясь, вращение пойдет. Приземляясь, вращение. Пожалуйста, рано ты рукой делаешь. Пошел, выпрыгивай. Рано рука пошла. Вверх. И вот. Придержи, начни делать движение вверх вместе с кулаком. Молодец, уже мысль пошла. Вот сейчас придержал немножко кулак. Вот. И ты его просто вперед загоняешь. Вверх, вперед. Это делают ноги. Но никак, не корпус. Ты даже подпрыгивай просто вперед, смотри, какой у тебя ошибка идет. На ногу. А я на задней ноге чуть подпрыгиваю. Ну да, я все весь туда попал. Правильно. Я выставляю левую ногу вперед. Там, где будет моя левая нога, будет левая рука. Мысль передняя. А раз левая, то априори и правая будет. А она будет еще длиннее. И вот этот момент, ведешь глазами кулак, глядя нижним периферийным зрением, он у тебя как раз вот это движение нет-нет да уберет, нивелирует немножко. Иди ко мне, на. Ударь. Иди прям глазами, просто вперед кулак. Видишь, неудобно тебе не могут. Ты опять вот так стоишь, старина. Вот он ты. Кулак, держи, просто висят руки. Подпрыгни на месте, ударь. Вот, вот, уже лучше. Ну, приземлись на прямые ноги. Еще раз. Развернись просто. Не надо далеко, не надо резко, не надо сильно. Давай, подпрыгни вместе с кулаком. Видишь, ты моей руки коснулся. Потому что я потерял кулак.
Ты правильно, ты и потерял кулак, ты и сразу им стал делать движение. Ты вместе с кулаком вверх идешь. Забудь ты об этом плече, просто кулак туда забудь. Забудь ты о плечах, толкнулся, и кулак вот этим движением пошел. Еще раз. Во! Вот так. Сейчас удобно было? Не надо о плече думать. Не надо о пятке, о ноге, о бедре. Нет. Как только ты начнешь о каком-то части своего тела думать, у тебя сразу все остановится. Это мы для твоего мозга серого вещества разложили, что оно вот так идет. Теперь оно об этом знает. Ты просто подпрыгиваешь, разворачиваешься, а кулак пошел. Давай еще раз кулаком. Посмотри. Вот висит кулак. Не вот тут стоит, а висит. Подпрыгивай вместе с кулаком вверх. Молодец. Вот кулачок туда. Теперь попробуй вперед вообще не наклониться. Еще раз. Медленней. Не может рука опережать ногу. Может, но не должна. О! Уже интереснее. Вот делать будешь медленнее, будет все запоминаться. Делаешь быстро, нифига не запоминается. Ясно? Пользуйся.